учительница, с которой я работаю, рассказала мне на прошлой неделе одну историю. У нее есть мальчик, который занимается у нее на индивидуальном обучении, и она видит его некоторые проблемы и трудности. И для того, чтобы как-то научить его чему-то, она поставила перед ним стул и сказала: «Это препятствие, преодолей его». Как вы думаете, что произошло? Он постоял, посмотрел на этот стул и заплакал. Наверное, вся его предыдущая жизнь привела его к такому переживанию. Ему, по-моему, около 10 лет или 12. И, наверное, что-то в его сердце не сформировалось или сформировалось недостаточно, чтобы преодолеть такое простое препятствие, как стул. Стул можно сдвинуть, через него можно перелезть, под него можно подлезть, его можно взять в руки. Это вообще не препятствие. Но его психология этого мальчика оказалась неспособной преодолеть этот барьер. И вы знаете, я хочу сегодня поговорить о барьерах. Барьерах, которые есть в нашей жизни, которые существуют во всем мире, в нашей душе, в наших отношениях. Эти барьеры часто останавливают от большого, от многого, от интересного. То есть мы не можем их преодолеть, считая либо неспособным себя, либо видя какой-то слишком большой барьер. Вот для этого мальчика это оказался стул, который на самом деле и барьером-то не является. Он был психологическим барьером, он побоялся его сдвинуть, он не решился его поднять, он не решился на него залезть. Все эти проблемы внутри него. А любой барьер надо понять. Где препятствие, почему ты не можешь его преодолеть? И вы знаете, этот мир, он на самом деле полон барьеров. Барьеры есть между людьми, границы есть между нациями, барьеры есть между возрастами, барьеры есть между культурами. То есть в этом мире так много барьеров, что человек оказывается зачастую загнан в какие-то клетки. И с одной стороны, мы живем в мире, который стал вроде бы без барьеров. Пожалуйста, выходи в интернет, и ты можешь зайти в любую страну, в любое место, познакомиться с разными людьми. То есть сегодня технологически мир вроде бы открыт, с одной стороны. Но с другой стороны, это не уменьшило количество барьеров между людьми. Это легко видно по тем конфликтам, которые есть между людьми. Это легко видно по тем количествам разводов, по тем количествам депрессий, уныний, которые живут в сердце человека. То есть барьеры отделяют человека часто от достижений, от жизни, от отношений, от побед, от благодати, от милости. То есть человек не способен преодолеть барьер. Вообще, чтобы преодолеть барьер, конечно, надо тренироваться. Если говорить о спортсменах, которые бегают на дистанции, знаете, есть такой бег с барьерами. И вот человек бежит, он долго тренируется для того, чтобы его дистанция была преодолена как можно быстрее. И он тренируется, он прыгает, он постоянно тренирует свои возможности по скорости бега, так и возможности по преодолению барьера. И даже не важно, что он сбивает барьер, важно, что он не теряет скорости и продолжает нарастать быстрее. Это ему по силам, он тренировался. Есть барьеры не так легко, но не так легко их, может быть, преодолеть просто, сразу, быстро. Но каждый барьер, он может быть преодолен, насколько это вот нам дано по милости Божьей. Каждый барьер нужно научиться преодолевать. Надо понять, что Бог дал человеку способность преодолевать барьеры. И он сам на самом деле показал нам пример того, как преодолевать барьеры, и об этом я поговорю чуть позже. Вообще, самый первый барьер, который возник, да, это языковой барьер. Сказано, что в Вавилоне были смешаны языки. Вообще, Вавилон переводится как смешение. Смешение языков. Когда люди говорили на одном языке, то есть у них была одна культура, одно наречие, они легко понимали друг друга, и они стали строить огромную вавилонскую башню, чтобы прославить себя, прославить свое имя. И вот часто мы сталкиваемся с теми барьерами, которые возникли от того, что люди построили себе имя, построили себе преграды, защищают себя, боятся других людей. И вот эти возникновения барьеров часто находятся в нашей гордости, в нашей конфликтности, в нашей неспособности понять и принять другого человека. И такие барьеры, они идут на самом деле тогда еще из Вавилона, от языка. Язык, который перестал быть одним, а стал многообразием языков. И никакие Google-переводчики даже сегодня не помогают людям понимать друг друга. Потому что понимание – это не только язык.
понимание – это в первую очередь отношение друг к другу. А когда нет понимания, даже когда ты вроде бы сказал понятные слова, но у тебя внутри страх, у тебя внутри неверие, недоверие, когда ты смотришь на человека как врага, если он одет по-другому, если он моложе тебя, или если он старее тебя, если он сильнее тебя, или если он слабее тебя, мы смотрим иногда друг на друга и видим не возможность что-то дать человеку, а барьер, который стоит перед нами, и мы не можем его преодолеть, нам трудно. Мы иногда не понимаем собственных детей, потому что у нас барьеры. У них один возраст, у нас другой. У нас одни цели, у них другие. И вы знаете, вот количество барьеров, оно так велико, что иногда кажется, что их невозможно преодолеть. Но это не так. На самом деле, вот одна из очень важных задач верующего человека – это научиться видеть барьеры, научиться преодолевать барьеры и понимать, как ты можешь достигнуть большего, несмотря на то, что барьеров, возможно, не станет меньше. Иногда люди хотят и очень сильно хотят, чтобы барьеров стало меньше, чтобы они просто исчезли из жизни. Многие хотят такого, знаете, абсолютного комфорта, абсолютных как бы отсутствия препятствий и просят: «Господи, убери то из моей жизни, убери вот это из моей жизни». То есть вместо того, чтобы преодолеть барьер, понять, как ты с Божьей помощью, да, с помощью твоих навыков, способностей, возможностей, которые у тебя есть, с помощью, может быть, братьев или сестер, да, с помощью Слова Божьего сможешь преодолеть барьер, человек ищет удаление барьера. На самом деле Бог дал человеку очень много инструментов для преодоления барьеров. И это как на физическом уровне, так и на эмоциональном уровне, так и на духовном уровне. Мы все сотворены с возможностью развиваться. И знаете, вот наш физический человек, он, конечно, ограничен. Конечно, ограничен. Мы не можем прыгнуть там на 5 или 7 метров высотой без специальных приспособлений. Мы не можем там преодолеть очень большие высоты. Наше физическое тело ограничено. Но и оно тренируется. То есть на самом деле у каждого человека очень большой запас в этом смысле. И есть люди, которые получили очень большие ограничения в своей жизни. Через инвалидность, через какие-то, может быть, болезни серьезные. Но если они не останавливались, если они начинали бороться... Да, не все можно победить в этой жизни, я это понимаю, но я иногда вижу людей сдавшихся перед барьерами, сдавшихся перед трудностями, сдавшихся перед испытаниями, сдавшихся и говоривших: я не могу, а у меня не получится, я не знаю, как это сделать. Да, вместо того, чтобы учиться, вместо того, чтобы тренироваться, вообще тренировка – это одна из очень важных вещей по преодолению барьеров. То есть ни один невеликий прыгун, невеликий спортсмен не достиг этого сразу. Мы иногда смотрим на людей. Сегодня вообще очень распространено такое обещание, что-то быстро. Быстро разбогатеть, быстро там научиться, быстро стать успешным, быстро стать счастливым. На самом деле быстро – это не про людей, не про тренировки. Вот быстро что-то испортится – это может. А на самом деле любая победа – это результат. В первую очередь тренировок, иногда большого количества каких-то неудач, через которые человек смог пройти, и он нашел правильные инструменты, чтобы их преодолеть. То есть вы знаете, вообще, например, человеческий мозг, он очень мощнейший инструмент. Настолько мощнейший, что его развитие до сих пор, вот люди исследуют мозг, и они находят, что оказывается человеческий мозг способен запомнить все, что произошло примерно за 3 миллиона лет. Это потрясающий инструмент. Конечно, каждый использует его по своему разумению. То есть мы можем выучить, например, с помощью нашего инструмента, который у нас в голове, чуть ли не все языки на планете. То есть мы можем преодолеть барьер языковой, просто начав выучивать языки. Но быстро это нельзя сделать. Да, возможно, появятся Google-переводчики скоро, которые будут быстро говорить и быстро переводить даже вот там меня, например, на английский язык. Но на самом деле знание языка развивает твою голову и снимает барьеры, когда у тебя нет возможности говорить через переводчика или говорить с помощью переводчика. Физически, если человек тренируется, он может достигнуть, ну там, увеличения
поднятие от штанги, да, то есть поднимаешь 50 килограмм, то есть почти в два раза можно увеличить. То есть вот очень многие вещи с помощью тренировки в нашей жизни можно увеличить в разы. Люди же иногда не готовы преодолеть барьер, который, ну, совсем не такой большой. Даже не в разы нужно натренировать себя, а лишь немного усилить свои способности, поучиться у кого-то, кто уже преодолевал этот барьер. То есть на самом деле, если посмотреть на то, как устроена жизнь, да, то есть то родители должны помогать детям преодолевать барьеры. Я вернусь к этому мальчику, который не смог ни сдвинуть, ни поднять, ни убрать, ни перелезть через этот стул. То есть, наверное, в семье его не поддерживают. Наверное, он боится сделать что-то, сдвинуть без разрешения, без указания, потому что ему никто не сказал. Ему просто сказали: преодолей барьер. И вместо того, чтобы преодолевать его, он заплакал от бессилия, потому что он боялся потрогать, наверное, стул, боялся встать на стул, боялся сдвинуть стул. Ему не сказали, что все это можно сделать. Многие мы иногда сами ограничиваем себя. Мы боимся сказать, мы боимся сделать, мы боимся сдвинуть, мы боимся залезть на другую высоту, на следующий уровень. То есть страх потерпеть поражение, он силен. И я не скажу, что не существует опасности потерпеть поражение. Она существует. Но остановиться – это зачастую большая опасность. То есть, конечно, мы как верующие имеем великую привилегию. Мы имеем безграничного Бога, который преодолел, возможно, самый великий барьер, который существовал между Богом и человеком. Это грех. Это барьер, который Бог определил как самый страшный барьер, как самый ужасный барьер. Он сказал: если ты съешь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. То есть это барьер между Богом и человеком возник не потому, что Бог поставил этот барьер. Этот барьер поставил человек. И Бог сказал, что этот барьер, он практически непреодолим. Но Бог нашел способ преодолеть этот барьер. Вы знаете, я приведу такой простой пример. Чтобы преодолеть планку там на высоте, по-моему, 7 что ли метров, да, я не знаю, сколько сейчас там, мировой рекорд по прыжкам в шестом, да. Вот Сергей Бубко, это там прославленный чемпион, который массу имеет этих мировых рекордов и прочих, и олимпийских, и так далее, и так далее. Он прыгал на эту огромную высоту, но он никогда бы не смог этого сделать, если бы в руках у него не было шеста. То есть у него был шест, и он тренировался всю свою жизнь, да, для того, чтобы достигать и прыгать на эту огромную высоту. Ни один человек не может подпрыгнуть на эту высоту с помощью своих ног. Но с помощью вот этого шеста, который у него был, он смог, не только он, но и многие другие люди смогли, да, подниматься на эту высоту, перепрыгивать этот очень высокий барьер. Вы знаете, я приведу такую аналогию, сравнение, да, что Христос взял крест, чтобы преодолеть барьер между Богом и человеком. Он взял крест, и этот крест стал тем шестом, который помог ему взойти на высоту. Этот крест стал тем местом, где он был распят и умер. И это разрушило барьер. Разрушило стоящую между нами преграду. То есть Бог пришел и показал, что можно быть человеком. Можно взять крест и преодолеть самый великий барьер между Богом и человеком. Это грех и это смерть. И он взял на себя грех и взял на себя смерть. И вот в этом самом удивительном примере преодоления барьера мы можем всегда найти ответ, как нам преодолеть барьер. Взять крест и начать делать шаги к тому, к чему мы призваны, к преодолению барьера. Христос не сразу родился и взял крест. Он жил в семье, он учился у своих родителей, он учился у мамы и папы, он учился, ходил в синагогу, он познавал этот мир, как обычный человек. Будучи Богом, он прошел весь путь роста и достижения той цели, к которой он был призван. Он прошел весь путь, чтобы в конце концов взять крест и взять свой самый высокий барьер, который никто не был способен взять. И вот знаете, на самом деле жизнь человеческая устроена подобным же образом. То есть мы призваны преодолевать барьеры, взяв крест и начав тренироваться, начав учиться, начав делать шаги. Может быть, у тебя разрушены с кем-то отношения? И ты боишься кому-то позвонить и сказать: слушай, прости меня, или давай помиримся. Это барьер. Это барьер, но его можно преодолеть. Знаете, люди иногда считают себя обиженными и не делают шаг по примирению. Они видят, как камень преодолевающий. Знаете, как сказано, что обиженный брат, ворота его такие высокие. Но знаете, любые высокие ворота можно преодолеть. Преодолеть с помощью Божьей. С помощью шага, с помощью звонка, с помощью подарка. То есть просто нужно начать молиться и подумать, как мне преодолеть этот барьер.
Вы знаете, как часто люди, я еще раз говорю, отворачиваются вместо того, чтобы попробовать сделать шаг и преодолеть стоящую между людьми преграду. Кто-то не может чему-то научиться, у него все время не получается. Но на самом деле сегодня возможности обучаться гораздо больше, чем раньше. Сегодня можно начать учиться в интернете, сегодня можно начать брать уроки в другой стране у опытного человека. Это тоже барьер, но который можно преодолевать, если ты начнешь делать эти шаги. Если ты не будешь их делать, ты никогда его не преодолеешь. У меня в школе была одноклассница, которая всю свою жизнь в школе занималась рисованием. И когда я ее встретил однажды после школы, уже через несколько лет, я спросил ее: «Ты поступила куда-нибудь? Ты поступала куда-нибудь со своей способностью?» Она сказала: «Нет». Я спросил: «А почему?» Она говорит: «Ну, а вдруг меня бы не приняли?» Знаете, вот, то есть я видел человека, и мне было просто жаль ее. Она умела рисовать, она много делала это, много пробовала, но она побоялась испытать себя. Она побоялась преодолеть этот барьер. И вот знаете, страх, конечно, это один из серьезных барьеров. Непрощение, да, я уже говорил об этом. Другой вот барьер – это страх. То есть человек боится. С одной стороны, Бог дал человеку определенный страх Божий, когда мы боимся нарушить волю Божию. И это хороший страх, страх Божий чист. Но есть страх человеческий. Библия говорит, что боящийся несовершен в любви. И вот это несовершенство нашего страха. А вдруг меня не поймут? А вдруг меня осудят? А вдруг у меня не получится? А вдруг все будут смеяться? Эти страхи, они настолько многообразны. Они настолько широки, что на самом деле мы просто бываем связаны ими. И дьявол сеет в сердцах людей страхи. То есть он контролирует массу людей, которые боятся потерять свою репутацию, боятся потерять деньги, боятся начать все сначала. Им трудно, они связаны. Но как нам преодолеть страх? Только верой. Верой, что Бог может воскресить из мертвых любую репутацию. Бог может начать с нуля любой бизнес. Бог может начать с чего-то полностью разрушенного, построить на этом основании что-то другое, но гораздо более важное в его глазах. Вы знаете, я смотрел на жизнь апостола Павла и читал его послание, когда он уже находился в тюрьме. И вы знаете, вот я видел это второе послание к Тимофею, что он сидит в тюрьме. Он не может выйти и говорить с церковью, он не может встретиться с людьми, он не может встретиться с церковью. Но в его сердце я видел упование на Бога. Я видел, что он смотрит на свою жизнь не как на жизнь неудачника, как на жизнь, которого нет. Он прошел путь, и он преодолевал массу препятствий. Когда он писал свои послания, он не знал, что они будут выходить миллионными тиражами. Он не знал, что миллионы людей будут читать их впоследствии. Он писал просто письма, которые исходили из его сердца и из его веры. Он верил, что то, что он сделал, оно имеет смысл для Бога, в глазах Бога. То есть он залог вот этой своей жизни, он посвятил свою жизнь Богу. То есть он отдал ее, и он не боялся. Вы знаете, вот, наверное, во многом можно говорить о том, что сделал или не сделал Павел, но можно сказать определенно, что он не боялся. Я, говорит, не дорожу жизнью своей. И сегодня миллионы, а может быть даже уже и миллиарды людей читали его послание. И я думаю о том, ни один самый великий писатель не смог достигнуть такого тиража. Кто сделал такой тираж? Кто сделал такой успех? Кто смог преодолеть такой барьер между странами, языками и народами? Только Бог. То есть Бог помогает преодолеть барьер, когда ты посвящаешь Ему свою жизнь. Когда ты берешь свой крест, ты берешь тот самый шест, который позволяет тебе взять ту высоту, которую ты без него никогда не возьмешь. Вы знаете, масса людей не взяли высоту по одной причине. Они не взяли крест. И некоторые люди думают, что взять крест – это что-то вот, ну, такое смертельное, тяжелое. Вот как у Христа, он взял крест и был распят. Образ взять крест – это взять то, что на самом деле поможет преодолеть тебе барьер. Да, это готовность, чтобы что-то умерло в тебе, неверие, чтобы умер страх, умерло непрощение, умерла неготовность учиться. Потому что ученичество, христианство – это ученичество. И вот на самом деле, если бы Христос только учил, но не умер, не взял крест, его учение осталось бы в рамках Израиля. Оно было во многом сходно с тем, чему учили раввины. Да, оно, безусловно, чем-то отличалось. Но главное, чем отличалось учение Христа – это крест. Крест разрушил барьер, разрушил стоявшую посреди преграды. И я хочу сказать тебе, если ты хочешь преодолеть барьеры в своей жизни, возьми крест.
Это могут быть очень разные вещи. Начать учиться, начать прощать, начать любить, начать тренироваться, начать читать Писание, начать молиться. Это взять крест. И с крестом ты сможешь преодолеть любой барьер в своей жизни. Я хочу сказать тебе, не бойся. Я хочу сказать тебе, сделай шаг. Я хочу сказать тебе, любой барьер с крестом преодолим. С нами Бог, и Он поможет нам преодолеть любые барьеры. Я благословляю тебя не бояться. Я благословляю тебя взять свой крест. Я благословляю тебя взять барьеры в твоей жизни. Мы будем рады видеть тебя в следующей программе.